Приветствую поклонников ММА. Несколько часов назад в Москве на дебютном турнире UFC Мейрбек Тайсумов победил Дезмонда Грина единогласным решением судей, тем самым сделав шестую победу подряд в UFC. Тайсумов начал поединок жесткими ударами ногами, чередуя мидл-кик и лоу-кик. Грин использовал свое небольшое преимущество скорости, действовал на дистанции, работая руками и избегая открытой рубки. Мейрбек выглядел намного больше своего оппонента. Напомню, что Тайсумов не смог уложиться в лимит легкости в категории, что возможно и сказалось на скорости Мейрбека. В целом первый раунд полностью был под контролем Тайсумова, и лишь в конце Грин попытался перевести бой в партер, но попытка была безуспешна. Второй раунд начался в том же русле. Мейрбек резал углы Грину, пытаясь нанести свой нокаутирующий удар. А в середине раунда Тайсумов попал хайкиком, и Грина заметно пошатнуло. Мейрбек тут же следом выбросил правый прямой, но на удивление Грин оказался крепким парнем и не упал после точных попаданий Тайсумова. В третьем раунде бойцы также продолжили работать стойки. Мейрбек был чуть более точен в своих ударах. В итоге мы имеем единогласную победу Тайсумова. Тем самым Мейрбек все ближе и ближе подбирается к топам в UFC. Напомню, что это уже шестая победа подряд.